Яслисад с необычными методами дошкольного воспитания открылся в Экибастузе. Его сотрудники намерены качественно улучшить подготовку малышей к школе. Для 300 детей открыты физкультурный зал, музыкальный, а также кабинет педагогики. Само здание сада было восстановлено. На его капитальный ремонт из бюджета выделили 39 миллионов тенге. Еще 30 миллионов потратили на материально-техническое оснащение. К слову, в Экибастузе охват детей дошкольным образованием уже превысил 95%. Реализация программы была Балапан идет уверенными темпами. Хотелось бы, чтобы ребенок развивался, получалось что-то новое, что-то интересное, чтобы его развитие было всегда на высоте.